Мне нравится, что география нашего канала расширяется. И очень приятно, что зрители не только комментируют сюжеты, задают вопросы или хвастаются своими маленькими победами в саду, но и присылают нам свои видеосюжеты. Сегодняшний выпуск особенный. Ролик прислала нам зрительница Анастасия из Самары. К сожалению, во время съемки был сильный ветер, и ее текст из-за шумов пришлось удалить. Но я думаю, что все будет понятно и без слов. Анастасия знакомит нас со старым и новым озеленением города. Очень приятное озеленение, сделанное еще в бытность Куйбышева. Спорное озеленение в последние годы. Но это, наверное, больше связано с уходом за новыми посадками. А вот набережная мне очень понравилась. Мне посчастливилось гулять еще по старой набережной, и новая, на мой взгляд, намного лучше. Но это, опять же, мое сугубо личное мнение. Вывод вы сделаете сами. Мы будем рады, если видео Анастасии положит начало традиции, и у вас тоже появится желание что-нибудь снять для нашего канала. Свой сад, озеленение города. А может, захотите похвастаться каким-нибудь экзотическим растением, радующим вас на участке.
этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и присылайте свои сюжеты.